Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей Zoom-конференции, которая посвящена безопасности нашей жизни. У нас сегодня в гостях Арцемович Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной специальной педагогики и психологии Армавирского государственного педагогического университета. Не мне вам говорить, наверное, вы знаете, насколько важна и актуальна сегодня тема безопасности нашей жизни, потому что в современном мире этих опасностей очень-очень много. Поэтому с удовольствием передаю слово Ирине Владимировне, которая нам профессионально расскажет обо всем, что нас окружает, и как же нам с вами, и в первую очередь вам, молодежи, себя обезопасить. Добрый день, уважаемые друзья! Мне приятно всегда работать с молодежной аудиторией, потому что вы – наше будущее. Именно вы сейчас находитесь в том возрасте, когда каждый из вас простраивает свое личностное и профессиональное самоопределение. Каждый из вас на этом этапе своего возраста решает задачи – кем быть, каким быть, какую жизнь я хочу – насколько успешным я хочу быть в этой жизни, что мне удается достаточно хорошо, а что нет. Вы достигли того возраста, когда вы полностью принимаете на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами. И именно об этом я бы хотела сегодня поднять, скажем, наше с вами обсуждение данной проблемы. С чего мы начнем? Начнем мы прежде всего с того, что тема моей беседы – твоя жизнь в твоих руках. Безопасность твоей жизни в твоих руках. Именно мы являемся творцами жизненной безопасности. Но давайте мы с вами разберемся прежде всего о том, что каждому из нас, как человеку, присущи различные рода потребности. Это потребности физиологические, это потребности в безопасности, это потребности в любви, уважении, чести и достоинстве, потребности самоактуализации. Каждый из нас ежечасно, ежеминутно использует и удовлетворяет, или же наоборот, не удовлетворяет те потребности, которые перед вами. Для нас они являются жизненно важными и необходимыми. Почему? Потому что от этого зависит наше физическое здоровье, наше психическое здоровье, наше социальное здоровье. И когда наши потребности не удовлетворяются, это в большинстве случаев приводит к фрустрации, это приводит к ненормальным формам поведения, это приводит к различного рода отклонениям. Что же необходимо делать? Как разобраться в самим себе и ответить на соответствующий вопрос, а что значит быть психологически здоровым человеком? Американский ученый Абрахам Маслоу, пирамиду которых вы видели ранее, он выделил несколько существенных понятий, которые характеризуют психически здорового человека. Обратите внимание, самым первым качеством является человечность. Умение быть добрым, душевным, человечным, органичным, уверенность в себе. Второе качество, которое является важным и значимым. Третье качество – самообладание. Я бы к этому качеству еще присовокупила самодисциплина, самоконтроль, саморегуляция. Следующим качеством является потребность в знаниях. Каждый из нас нуждается в различного рода знаниях. И эти знания позволяют нам простраивать нашу жизнь и делать ее более комфортной. Потребность в самоактуализации. А под самоактуализацией понимается процесс, который включает в себя здоровое развитие способностей людей, чтобы они могли стать тем, кем они могут стать, а значит, смогли жить осмысленно, совершенно,
реализовано. Вот что важно для каждого из вас. Когда я задала вопрос и сказала, что перед вами сейчас стоит громаднейшая проблема выбора. Кем быть, каким быть, что делать в этой жизни и так далее. Одной из задач нашей с вами жизни является безопасность. Ну что такое безопасность человека? Если мы посмотрим на определение, которое дается в толковых словарях, то безопасность человека предполагает такое состояние, когда действия внешних и внутренних факторов не приводят к плохому состоянию, к ухудшению функционирования и развития организма, к ухудшению работы сознания и психики, когда человек может решать свои цели и при этом жить благополучно, здорово, качественно. А есть другое определение. Безопасность – это состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, опасностей, аварий, катастроф. И вот если мы с вами обращаем внимание, то мы говорим, что есть внешние факторы, которые очень часто от человека не зависят. А есть внутренние факторы безопасности, которые зависят именно от самого человека. Я сегодня с вами хочу повести разговор именно о внутренних факторах, которые определяют качество жизни человека. Основными принципами, которые обеспечивают безопасность жизни, выступают соблюдение и защита прав и свобод человека-гражданина, законность, системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, правовых, социально-экономических, информационных и других мер безопасности. Это приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности. Это взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. Но в то же самое время мы говорим прежде всего с вами о том, что это те условия, которые обеспечивает нам государство. А что же человек? В чем заключается личная безопасность субъекта? Она может быть определена как адекватное, воздействующее фактором и ведущим потребностям состояние защищенности, открытости, которое обеспечивает, с одной стороны, физическую и психическую целостность человека, а с другой – возможность воспроизведения и продуцирования тех ценностей, которые поддерживают развитие личности человека. В рамках личной безопасности выделяются три основных пласта. Физическая безопасность, то есть я хочу, чтобы меня никто не бил, не убивал, но, собственно говоря, не носил мне травмы. Психическая безопасность предполагает, что я хочу, чтобы меня уважали, ценили, принимали мою личность такой, какая я есть. И социальная безопасность. Я хочу выходить в социальный мир и чувствовать себя защищенным. Я хочу чувствовать себя комфортно. Я хочу, чтобы меня не оскорбляли, не обижали, не унижали мою честь и достоинство и так далее. Так вот самое интересное в том, что содержание личной безопасности человека, оно проявляется в совокупности всех его смысловых отношений и установок относительно всех аспектов жизнедеятельности конкретно отдельно взятого человека. И вот за эту безопасность несет ответственность только сам человек. Обратите внимание, существуют разные уровни безопасности, мы только о них проговорили. Физическое, психологическое и социальное. И вот далее последует серия слайдов, которые будут говорить о физической, психологической и социальной безопасности. Пожарная безопасность. Ее нам обеспечивает МЧС, ее нам обеспечивают, собственно говоря, соответствующие службы. И именно от нас самих зависит, попадем ли мы в такую ситуацию или нет.
Бывают, не исключено, бывают случаи, которые от человека не зависят. Но отсутствие правил поведения, нарушение правил поведения очень часто приводит к плачевным случаям. Примеры, они видны на рисунках. Тогда, когда мы, скажем, в сфере своей безопасности не учитываем, не знаем, не используем правила ее сохранения. Следствие. Да, они бывают иногда ужасны. Безопасность физиологическая. Я говорю об этой безопасности прежде всего с позиции точки зрения того, что когда мы вступаем во взаимоотношения с другим полом противоположным, мы очень часто не учитываем, что это наше физическое, физиологическое здоровье. И очень часто, игнорируя, мы, скажем, приобретаем болезни, которые передаются половым путем. Это ВИЧ-инфекция, это гонорея, это вирус папилломы человека, это сифилис, хламидиоз, это генитальный герпес, это те заболевания, за которые в ответе прежде всего сам человек, который не несет или не использует безопасные формы в своей жизни. Это использование наркотиков. О наркотиках очень много говорится, разного и всякого. И даже сегодня мы говорим о том, что безопасность жизни, она определяется в том числе наркотизмом. Вы знаете, только сейчас я, разговаривая со Светланой Валерьевной, рассказывала ей о ужасающем случае. Мой сын, врач, он очень часто мне приводит различного рода примеры и говорит: «Мама, ты должна рассказывать детям». 3 дня назад к ним поступил молодой человек, который принял метадон. 11 часов он сидел на корточках, получая кайф. Через 11 часов у него отказали ноги. Когда привезли его в больницу, то оказалось, что у него началась тяжелейшая стадия лимфостаза. Ему отрезали одну ногу и через 12 часов отрезали другую ногу. Ныне он сейчас находится в тяжелейшем состоянии, потому что почки отказали, и он до сих пор находится в состоянии, коматозном состоянии, в реанимации, на ИВЛ. 21 год. Полная безопасность, полная безответственность. Я у него спросила, я говорю: «Илюша, я говорю, а как же, говорю, родители?» Он говорит: «Мам, а мы не знаем». Он в реанимации, в тяжелейшем состоянии. И шанс мизерный. Одна таблетка, 11 часов кайфа и потерянная жизнь. Безусловно, картинки сами по себе не сильно приятны. Но нам очень хочется, чтобы каждый из вас сегодня взял ответственность на себя. Сегодня обдумал качество своей жизни и принял те для себя ценности, которые позволят жить благополучно и качественно. Одной из частей является, безусловно, безопасность, связанная с соблюдением правил дорожного движения. Нынешние современные машины, они высокоскоростные. Они, безусловно, являются потенциально опасными. Но очень часто именно пешеходы, именно люди, которые, собственно говоря, не могут, лихачат на дорогах, создают ситуации, когда погибает огромнейшее количество людей. И причем не только сам лихач, но и он за собой очень часто тянет. Поэтому правила дорожного движения, они написаны не просто для того, чтобы они были написаны, они написаны для того, чтобы их исполнялись. И люди тоже должны брать на себя эту ответственность. И тоже часть картинок. И эти картинки можно видеть постоянно. Что бывает, когда человек забывает
и не берет ответственность на себя за свои действия. Конечно, когда мы говорим о занятиях спорта, это тоже определенная часть. Мы должны с вами осознавать и понимать, что спорт – это замечательное дело, которым должен заниматься каждый человек, для того, чтобы соблюдать, скажем, определенные меры и соблюдать, ценить свое здоровье. Но при этом спорт не должен быть травмоопасным. Это тоже определенный фактор. Ну и, конечно, безусловно, я сегодня хочу остановиться на очень серьезной теме. Теме, начало которой было положено в 21 веке и которая связана с использованием, в первую очередь, информационных цифровых технологий. Да, человеческая жизнь идет вперед, и мы не можем на ней не останавливаться. Мы должны использовать цифровые технологии, но мы должны их использовать правильно. Где же ты, мой сисадмин? Или интернет отключили? Подумайте, может быть, вот эти картинки кого-то из вас натолкнут на определенные мысли. Сейчас в области психологии появился очень интересный термин, который называется «детки-сетки». Дело в том, что интернет таит серьезные опасности для психики. С одной стороны, мы говорим о том, что всемирная сеть может подключаться, и мы можем выходить в нее под любым именем, придумывать любую биографию, имидж. Но некоторых психически неустойчивых подростков очень часто с этим возникают проблемы, связанные с самоидентификацией. Мне запомнился случай, когда буквально недавно вполне благополучная девочка, 10 лет, которая, собственно говоря, отлично учится в школе, но увлекается мультфильмами аниме. Вечером вышла из дома, подошла к детской площадке и повесилась. Только лишь потому, что она неправильно самоидентифицировалась не с живущими реальными людьми, а у нее произошла самоидентификация с одним из героев мультфильмов, которых она смотрела. У киберкомпьютероманов происходит отчуждение «я», начинается раздвоение личности. Вторая патология, когда дети начинают лихорадочно рыскать по сайтам, бессмысленно скачивая информацию. Для них самоцель – это просто-напросто сидение в интернете. Это тяжелейшие случаи, которые, собственно говоря, связаны с появлением таких психиатрических уже отклонений, как шизофрения, психопатия, это социопатия, это тяжелейшие заболевания, которые провоцируются сетью интернет и которые требуют медикаментозного психиатрического лечения. Конечно, говоря об этих опасностях, я хочу прежде всего остановиться и сказать о том, что какие же опасности таит в себе интернет. Давайте не будем забывать, что в интернете достаточно большое количество преступников. Присутствует онлайновое пиратство. Безусловно, ваши интернет-дневники, ваши сайты, они отслеживаются различными органами, различными людьми. Они отслеживаются преступниками, они отслеживаются педофилами, они отслеживаются наркодилерами и многими другими людьми. Мы очень часто говорим прежде всего о том, что интернет очень часто предоставляет недостоверную информацию, потому что там присутствует возможность вести вторую виртуальную жизнь. Мы будем говорить с вами о том, что интернет, безусловно, имеет определенные вредоносные программы, которые наносят вред не только
вашему смартфону или, скажем, компьютеру, ноутбуку, он наносит вредоносные программы, прежде всего, зомбируя нашу психику. Это интернет-мошенничество, когда человека просто-напросто обманывают, разводят на деньги, обманывают и разводят на здоровье, обманывают и разводят на тех объектах, предметах и вещах, которые окружают человека. Интернет содержит материалы нежелательного содержания. Да, соответствующие органы стараются купировать эти темы. Особенно сейчас общеизвестные, скажем, такие схемы, такие, скажем, сайты, такие программы, как TikTok, Twitter и многие другие, которые блокируются, в частности, блокируются и нашими органами Российской Федерации. Ну и одна из тяжелейших форм – это зависимость от онлайн-игр. А знаете ли вы, сколько смертей осуществляется суицидом только лишь из-за того, что человек становится зависимым от игры? А знаете ли вы, сколько денег воруется со счетов онлайн-игроков? А знаете ли вы, что качество жизни человека в онлайн-игре реально ухудшается? Симптомы компьютерной зависимости. Психологическим симптомом, вы, кстати говоря, можете сейчас это оценить. За каждый, скажем, показатель, по которому вы отмечаете, скажем, вы ставите себе, можете поставить плюсики или минусы. И если вы поставите больше половины плюсов, то это говорит о том, что у вас уже сформировалась компьютерная зависимость. А значит, есть необходимость взять на себя ответственность и пересмотреть свою жизнь. Психологические симптомы. Хорошее самочувствие и эйфория, когда человек оказывается за компьютером или в смартфоне. Невозможность остановиться, то есть человек не может себе сказать «стоп». Увеличение количества времени, которое проводит человек за компьютером. Пренебрежение семьей и друзьями. Ощущение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером. Ложь работодателям, членам семьи о своей деятельности. Проблемы с работой или учебой. Если мы говорим о физических симптомах, то это синдром капрального канала, туннельное поражение нервных стволов руки, которое связано с перенапряжением мышц. Вот, собственно, я покажу, постараюсь показать, да? Это вот такое своеобразное состояние руки, когда мышцы руки не могут расслабиться и рука трусится. Это сухость в глазах, головные боли по типу мигрени, боли в спине, нерегулярное питание и пропуск приемов пищи, пренебрежение личной гигиеной, расстройство сна, изменение режима сна и так далее. Вчера, разговаривая с мамой одного из клиентов, и она говорит, сын прекратил ходить в школу, за компьютером сидит до 5-6 часов утра, а спит до 3-4 часов дня. Беда, потому что эта беда уже как минимум попахивает проблемами психиатрии. Я особо остановлюсь на том, что интернет породил новые виды девиации. Буллинг и моббинг – это травля в интернете, это мошенничество, это экстремизм, это поддержка криминальных групп. Хакерство, нарушение режима секретности, клевета и киберпространство, кибертерроризм, компьютерная педофилия, наличие групп смерти. Еще раз обращаю внимание на эти интернет-девиации. А теперь информация для вас. Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает. Это говорил один из представителей юристов Станислав Ежелин.
А Томас Джефферсон говорил такую фразу: «Законы пишутся для обыкновенных людей, и поэтому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла». Актуально. Статьи, федеральные законы, которые регулируют ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе в рамках сети интернет. Обратите внимание, они уже прописаны, и они используются. И если вы надеетесь, что я выхожу под не своим ником, или еще, собственно говоря, скажем, захожу с другого телефона и так далее, оставь надежды всяк сюда входящие. К вам постучатся соответствующие органы. И будет предъявлена соответствующая статья. А вы знаете, что уголовная ответственность наступает в Российской Федерации с 14 лет. Статья 128 «Клевета» за распространение заведомо ложных сведений наказывается штрафом или осуждением, лишением свободы. Статья 273 «Создание и использование и распространение вредоносных программ для эвакуации» наказывается штрафом или осуждением, лишением свободы. Вы должны эти вещи знать. Вы должны на себя уметь принять ответственность. Знаете, Юрий Никулин, наш комик, заслуженный артист, говорил: если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного на земле, то все будут счастливы. Сегодня мы постарались вас сделать немножко счастливыми, озадаченными, озабоченными, но счастливыми. Почему? Потому что мы вас информировали прежде всего о том, что можно и чего нельзя. За что мы несем ответственность? И как с этой ответственностью нам жить? А великий философ Омар Хайям, который жил много-много веков назад, он говорил замечательные фразы и замечательные слова. Одна из них: не делай зла, вернется бумерангом. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже ранга, а вдруг придется кого-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заметишь, и не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что этой ложью сам себя ты предаешь. Вдумайтесь, какие красивые, умные и правильные слова. А когда-то один из мудрых людей сказал: три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Три вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь. Три вещи в жизни наиболее ценны: любовь, убеждение и дружба. Три вещи в жизни ненадежны: власть, удача и состояние. Три вещи определяют человека: труд, честность, достижение. Три вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость. Три вещи труднее всего сказать. Вдумайтесь в это. Я люблю тебя. Прости. Помоги мне. Мудрые вещи, мудрые мысли. Пусть они станут вашим девизом в жизни.
Это очень важно и значимо. Умейте преодолевать себя. Умейте брать на себя ответственность и становиться психологически зрелыми и взрослыми. Запомните 5 простых правил, чтобы быть счастливыми. Освободи свое сердце от ненависти. Прости всех своих обидчиков и врагов. Освободи свое сердце от волнений. Большинство из них пустые и не сбываются. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. Отдавай больше и ожидай меньше. Мы верим в тебя. Мы желаем тебе здоровья. Да, мы просим взять тебя ответственность за все, что ты делаешь, и за все, что с тобой происходит. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Дорогие ребята, я думаю, что вот сегодняшняя небольшая лекция, которая, к сожалению, не дает нам возможности такого прямого общения, когда вы можете задавать вопросы, потому что, ну, и время наше уже истекает. Но все равно, я думаю, что многие из вас не зря ее сегодня прослушали, и многие моменты из нее они возьмут себе на вооружение, потому что действительно безопасность вашей жизни, она находится только в ваших руках. Взрослые только призваны помогать вам в этом, потому что не всегда взрослые имеют с вами какой-то прямой контакт и, прямо скажем, какое-то воздействие на вас. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны со всем, что происходит вокруг, и в конце концов будьте счастливы, как вот в конце лекции своей Ирина Владимировна вам пожелала и назвала вещи, которые позволили вам это сделать. Спасибо большое вам за внимание. И я думаю, от всех вас я скажу Ирине Владимировне большое спасибо за то, что мы услышали сегодня такие интересные и, самое главное, важные вещи. Будьте счастливы!